Добрый день, дорогие друзья, с вами Игорь Ефимов, компания «Пиранья», город Воронеж. И сегодня мы поговорим о новинке 2019 года, воблере от компании «Джилис» «Stump Mega Jumper». Воблер «Stump Jumper» самый крупный в своей линейке. Он имеет длину 170 мм и вес 74 грамма. Корпус воблера выполнен из АБС-пластика, что позволяет быть устойчивым к зубам трофея. А его поклевка, поверьте, не заставит себя долго ждать. Также в комплекте у него находятся три сменные лопаты, так что вы без труда сможете обловить интересующий именно вас горизонт. У воблера есть запатентованная система смены лопаты. Происходит это примерно следующим образом. Выбираете лопату нужного вам заглубления. Интуитивно каждая лопата помечена А, Б, С. Берем самую большую лопату. Вот так вот ее прикладываем и вот так вот ее вставляем. Воблер готов к работе. Съемки данного ролика происходят в ноябре месяце, а ноябрь, как у многих рыболов, у меня ассоциируется с троллингом. Ну, если вы понимаете, о чем я. Хищную рыбу привлекает не только необычная игра воблера, но также звук металлических шариков внутри. Теперь вернемся к названию самого воблера. Это Stump Jumper, то есть дословный перевод «пенек-прыжок». При проводке воблер имеет вот такое положение. И когда вот он идет, получается, если какое-то препятствие напирается, да, то он переворачивается, то есть перепрыгивает препятствие, и дальше продолжает работать в заданном формате на нужной глубине. В этом году воблер и «Джилис» проходили испытания на Ахтубе и в Карелии. И могу сказать, что один из самых крупных сомов, пойманных на реке Ахтубе, был пойман на воблер компании «Джилис». Я считаю, что этот воблер найдет достойное место в коробках рыболовов, а также порадует их трофеями в 2020 году. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить выставку ВДНХ, которая пройдет в феврале месяце. Также посетить стенд компании «Пиранья», где вы можете ознакомиться со всеми новинками и модельным рядом компании «Джилис».